Утро, ЛВ. Доброе утро. Может, любимся? Давай, давай. Пойдем, сделаем что-то новое. Узнаете. В соломенную корзинку кладем лист зеленого салата, подготавливаем лук-порей и спешим нарезать дольками сладкий красный перец, оставляя зеленую сердцевину. Раскладываем все вкусности в корзинке, а ломтики бекона на сковородке. Нарезаем лук-порей и кусочки белого поджаренного хлеба. Отправляем все в корзинку. Контролируем бекон на сковородке. Разрезаем красные томаты. И не отделяя зеленых веточек, красиво раскладываем. Уже поджарились ломтики бекона. Зеленый огурец очистим от кожицы и нарежем дольками. Отсылаем полезности в корзинку. Следующий продукт – питательные куриные яйца. Очистим их от ненужной скорлупы, нарежем кружочками копченую колбаску и не забудем добавить аппетитные кусочки курицы, тончайшие ломтики свежего сыра. И все это в порядке живой очереди посылаем в нашу корзинку с завтраком. Зеленый сельдерей и крохотные томаты черри используем для декора нашего блюда. Предложите себе на завтрак пару столовых ложечек белой сметанки и несколько шариков сливочного масла. Чтобы шарики выглядели по-настоящему гладкими, используйте специальную ложку округлой формы и некоторое количество воды для удобства. Выглядит очень соблазнительно. Итак, наш разноцветный натюрморт приготовлен. Добро пожаловать к столу и приятного аппетита!